Что, ребятухи и девчухи, расклад значит такой. 22 апреля в Доме молодежи состоится рок-фестиваль в честь юбилея комбината «Огнеупоров». Я планирую пронести туда несколько убойных треков, приблизительно 4 килограмма в тротиловом эквиваленте. Поэтому в 17.00 все дико ломимся в Дом молодежи. Взорвем помещение с зала жесточайшим индастриал-террор-харшем. А теперь мои требования. Как можно больше людей в помещении. Ящик пива на гримерку и вертолет.